Как всегда, в темном углу Туба, с вами Спончик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Мне показалось, что это деваха-зомби какой-то. Так, город. Город, что я здесь хочу сделать? Я могу сразу им оплатить? Грубая сила совсем не помогает вам в подземельях. Заходите в деревянную лавку, там вы найдете зелье, зачарованное на любой... Или зачарованное на любой случай. Ух ты, я тебя хочу. Да, давай. Заплачу, конечно, с денег-то у меня сейчас нормально. Неплохая такая сумма. Что-то есть. И, конечно, сразу откроем тебя. Кузнеца. Почему бы и нет? Угу. То у меня все три зелья осталось. Надо, кстати, заглянуть, посмотреть, дорогие они или нет. Это же в той стороне где-то была. Да, вот она. Здравствуй, Эрис. О, клиент. Прошу прощения, просто книга такая интересная. Я... Эрис, мастер зелий и зачарований. Если понадобится зелье или зачарование, заходи в деревянную лавку. Что бы вы хотели создать? Зелье, я хочу зелье, мне... Ух ты, эту штуку нельзя продавать. Рецепты. А я могу просто купить? Это слишком дорого, наверное, да? Требуется... Ничего себе, сколько одно зелье стоит. Ну, подожди, а если я... Что это такое? А чем они отличаются? Кто-нибудь мне скажет? А, это я просто без этого, а это со слизью. Дорогое, сварить одно зелье, да, давай. Они мне очень-очень сильно нужны, так что я даже побольше сварю. Зелье. Давай 3. Да. Я все равно деньги потеряю, если умру. Так я хотя бы не умру, это точно, потому что у меня будет зелье. Так, подожди, а куда у меня... А, это мне надо к себе перенести, да? Максимум 5, может быть. И что-то у меня в карманах. Ну-ка, а у тебя что-нибудь есть? Говорить. О, ты, наверное, Уилл. Это ведь тебе потребовалась моя кузница. Меня зовут Андрей. Я кузнец большого таланта. Если тебе нужно оружие или доспехи, заходи в кузню вулкана. Ух ты. Мне нужно железо. 4000 рецепт стоит. Ху. Я тебя понял. Двухручный меч. Вот что мне надо. Это то, что я люблю. Копья какие-то там, перчатки, луки, это такое себе. А вот двухручный меч, это по мне. Скорость бега, правда, меньше будет. Обидненько, и доспехи. Только посмотрите, сапожки какие-то есть, камешки как раз есть, куда слить. Я пошел за всем, со всеми ингредиентами. Деньги я, конечно, потом добуду. Но я обязательно это сделаю все. Пока ночь, надо снова вернуться к подземелью. Зелье у меня, слава богу, хватает. Чуть-чуть я к игре подпривык. Так что у противников не останется и шанса на подземелье первого уровня. Угу, святой источник. А эта записка когда-нибудь меняется или нет? Не меняется. Ух ты, он меня ударил на минус 22, на минус 18. Зашел я, конечно, хорошо. Как прыгать? Все, вспомнил. Сам сказал, подпривык к игре и что-то забыл, как перекаты делать. Опа. Хорошо, что это был не мимик. Ткань переместить. И вот эти штуки тоже переместить. Они мне были нужны для создания предмета. О, слизь. У вас очень хорошие штуки есть для зелий. Опа, ничего себе, что с тебя выпало.
Не, подождите-ка, я хочу здесь еще все походить. А возможно ли в этих подземельях надо отдохнуть? Найти какое-нибудь оружие. Или его можно только в кузнице создать. Ничего себе, какой-то опасный, агрессивный слизень. Он готов меня растерзать. О! Он еще и поглощает меня. Ничего себе, как... ух ты, что это такое? Что это такое? Сломанный палец. А, я-то думал, я уже оружие какое-то нашел. Это, оказывается, обман. Но я здесь уже был. Я здесь больше ничего не найду, если только опять прочитать эту историю. Давай, подходи. Так, 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 нет, 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 я потом с этим рыцарем сражусь. Лучше его напоследок оставить. Потому что он опасный, тип. И он может очень хорошо меня ударить, к примеру, как сейчас. Все, ну с него такие дорогие вещи падают. Сломанный меч и эти штуки. Я уже практически весь этот заполнил. О! О, нет! Щит! Нет! Я что потерял? Что я потерял вообще? Я весь свой лут потерял, который я здесь добыл. Надо, кстати, дорогие вещи переносить в инвентарь моего игрока. Сыграть еще раз, потому что я все просрал. И тогда, чтобы их не потерять. Зачем мне отсюда уходить, если у меня ничего нет? Если я все потерял. Опа, перекатик. Перекатик, вот это я себе оставлю. А ты помрешь. От моих рук, от моего маленького клинка. Нет, не падай, кусок железа, нет. Мы его потеряли. Чего? Я нашел такой секрет, там ничего не было. Кто-то это уже забрал. Что это за подстава такая, а? Вот же говнюки. Кто вообще посмел забрать мой лут, уроды? Кстати, с того робота может что-то хорошее выпасть. Потому что он второго уровня. О, действительно, выпало что-то хорошее. Кусок железа у меня еще, да, который мне сейчас крайне важен. Кстати, как я и говорил, нужно перетащить сюда все самое важное. Что для меня важно? Это что такое? Точильный камень вряд ли для меня нужен. Надо избавиться сначала от этих противников, чтобы они мне не мешали. Железо. И тебя с собой забрал. Горшочки, ценная вещь. Ткань я еще не знаю, не проверял. На, по 50 каждому из вас. Ай, я щитом даже особо не пользуюсь, он мне не нужен. Я себе заберу. Вот эти штуки мне нужны, которые я все потерял. Я даже почему-то опять ничего в свой дом и не выложил. Или выложил. Так, подожди-ка. Мне нужно одноручное оружие. Ах, ты ж успел меня ударить, а? Какой монстр злющий. Ну что, сходим туда? Посмотрим, что там. Я же здесь, как мне карту, кстати, интересно открыть? Да, здесь я уже все открыл. Нет, вот там еще одна неизвестная комната есть. Наверное, там, где я появился. А в смысле там знак вопроса? Что это значит? Или какой-то секрет? Или я что-то там не подобрал?
Можно, кстати, похилиться заодно, пока здесь есть такая возможность, чтобы еще и банки свои не тратить. А, все, я вспомнил, что этот секрет значит. Значит, я могу спуститься сюда, найти этот ящик, и, может быть, сюда что-то положить надо? Возможно, кстати, да, что сюда надо что-то положить, чтобы получить что-то взамен. Но что я получу, никто не знает. И что положить надо, тоже никто не знает. А-а-а. Отстань от меня. Ненавижу их. Я с ними ничего сделать не могу, когда они меня так станет. Я даже не знаю, как от этого увернуться. Ах ты ж, блин! Вот как от этого уворачиваться? Отстань! Отстань! Да как от этого увернуться? Фух, все, убил я их. А что меня похилило? А чьи-то у меня банок больше нету. Ну-ка. Куда дели все мои банки? Подожди, а как мне... А, все, я понял, куда это можно переносить. Куда делись все мои банки, или это я их использовал? Нет, меня ящик зажал. Умри, мелкое существо. Ничего себе, сколько у вас здесь было. Дайте мне, пожалуйста, хилочки хоть какие-нибудь, что ли. Не, нету ничего такого здесь. Блин. Я боюсь здесь в подземелье улететь, если я перекат использую. Да что ж такое-то? Фух, я его уничтожил. Так, ладно, валим отсюда. У меня уже достаточно много ингредиентов. Надо все сложить в этот сундук. И попробовать все это продать. Ну, это надо сделать за кадром. Ну вот я и напродавал вещей. Самое главное теперь с этими деньгами не сдохнуть. А можно их как-нибудь в инвентарь положить? Хоть как-нибудь, мое золотишко, пожалуйста. А... В обмен на золото. Так я же его теряю, если умираю. Хотел его как-нибудь сохранить, чтобы с ним не ходить и можно было спокойно. А то уже мне половина отнимается после того, как я умираю. Надо сейчас на зелье все это потратить. Зелье мне очень сильно нужны. Зелье. Мне обязательно нужны зелья. Я хочу сдать 9 зелий на 1000. Да. Обязательно, потому что мне пока на меч все равно не хватает, а мне еще ингредиенты нужны. О, здравствуй, а ты кто такой? Уилл, ты нашел в подземельях новые культные артефакты? Потрясающе, все предметы, что мы находим в подземельях, как будто принадлежат разным цивилизациям со своими культурами. Ну да, есть такое. Ну-ка, что мне там еще раз нужно? На двухручный меч. Камни есть, 15 этих и 3 этих. А, и 1000 голды нужно. Голды у меня хватает. Я могу в магазине что-нибудь улучшить? Предметы в этом ящике будут продаваться со скидкой 75%. Распродажа.
Этот полезный кассовый аппарат будет клиентов оставлять при покупке дополнительно 5% чаевых. Ничего себе! Какой полезный кассовый аппарат, действительно. Дополнительное место. Ну-ка, магазинчик. Нет, не магазинчик. У вас за сколько можно улучшить? Что это? А, это уже все сделано, да? Ну ладно. Пошли тогда дальше уничтожать монстра. 10 минут у меня все это заняло. Надо найти эти предметы, и пока я их не найду, мне из подземелья вылазить бесполезно. Чтоб сделать себе двухручный меч, я правда не знаю, как он будет хорош здесь. Так. Перекаты. А, меня все-таки смогли эти маленькие чудовища ударить. Ничего себе, у тебя там ХП. Ух, как не больно. Помри. Ух, я его уничтожил, но с него нормально так предметов попадало, дорогие. Правда, не то, что мне надо. Слизень второго уровня. Но зельки у меня уходят быстро. Ну... Я очень много их создал. Кстати, надо посмотреть, где они у меня находятся. Выпьем одну. И все остальное закинем к себе в инвентарь. А здесь потом какой-нибудь торговец появится, который сможет улучшать мои характеристики. Это было бы полезно. Мне кажется, это такое должно быть. Там же есть банки с... Ух ты. С увеличенным здоровьем. К примеру, сейчас я пользуюсь маленькими банками. А потом мне надо будет большие закупать, потому что мне маленькие уже не подойдут. Ух ты. Ух ты ж, ничего себе, он по мне ударил, аж пол хп снесло. А я, кстати, мимиков так больше и не встречал, только в первый раз как их увидел. О, вот это мне то, что надо было. Надо, кстати, это. Вот эту штуку можно за 110 продать. Зеркальная сталь. Я еще, кстати, так и не выяснил, какая у нее популярность, насколько хорошо она продается. Но ее обязательно надо засунуть сюда. Это очень важно. Эту шмотку мне потерять нельзя. Не надо похилиться. Замечательно. А, не два удара делает, а двух ударов уклоняешься и... Нет. Не так. Да что ж такое, не хватает ранжи немножко. О, я его уничтожил. Но это все равно все не то. Где я эти штуки находил прекрасные? Ах, вы ж маленькие. Кто это вообще такие? Они меня так все время хорошо убивают. 17, лучше бы я упал еще раз. О, с них, кстати, выпадают нужные мне ингредиенты. Мне их 15 штук собрать надо. У него тоже много чего хорошего попадало. И я, кстати, до сих пор так источник не нашел, сколько здесь хожу. А мне бы он не помешал, чтобы отхилиться. Дорогое это удовольствие сюда стало ходить. Пока эти все банки соберешь. Я скоро...
все переполню этими кристаллами. Они уже никому не нужны будут, потому что я их очень часто нахожу. О! Это я, конечно, заберу. Это мне надо. Эти камни, по-моему, бессмертные, кстати. Нет, нормально помирают. И я чуть-чуть из-за этого не помер. Он мне очень-очень много хп снял. А чё, мне больше так не повезет с бассейном, как в тот раз? Или он был в самом начале, и я просто ни разу еще его не находил? Если я сейчас пойду наверх, то я его встречу, да? Ну да, конечно же, он все время был у меня под носом. Что же еще? Он меня украл! Хорошую вещицу. Надо его достать. Отдай мне, пожалуйста, это мое. На 50 хп сразу же. Я ему вообще ничего не сношу. Они мне по 32! С удара! Так от них и откинуться можно. А, мне золото забирает подвеска, а не моя смерть. Точно. Я-то все время думал, мне золото забирает за то, что я умираю. О, ну так вроде нормальных уничтожать. Они спокойно умирают. А что ты это не можешь переложить сюда, что ли? А вот это... Вот сюда... А ты забери все остальное. Так, я сразу отхилюсь пойду. Чтобы банки не тратить. Я не знаю, насколько долго можно использовать этот источник отхила, но... Пока меня никто в этом не ограничивает. Я уже к здешним монстрам ко всем привык. Ух ты как! Значит, их здесь можно находить. Только у меня места на инвентаре не хватает, да? У меня все переполнено. Я выкину. А как это выкинуть? Как это выкинуть? Это же как-то можно выкидывать? Б назад и Б закрыть. Вы что, издеваетесь? Сейчас надо мной. Как выкинуть что-нибудь из инвентаря? Я хочу подобрать этот меч. Тихо, подождите-ка. Настройки. Управление. Предметы, смена оружия, контролер, интерфейс, назад, взаимодействие. Ну-ка, а если я выделю это? Во. Так оно выкидывается. Ничего себе, как он... Я его даже не пришлось собирать. Я его так нашел. Ну и все, больше нечего собирать, надо валить отсюда. А что я себе тогда хочу сделать? В город, конечно же, куда мне еще идти? У меня столько предметов, надо что-то с этим делать. Сложить все, потом продать. Кстати, первым что делаю, хочу все сложить. Потом посмотреть, сколько там что за зачарование вообще такое. Что это все делает. Но это после того, как я все это продам. Все, короче, я закрываю магазин. Я все слишком быстро продал. Еще ночь даже не успела начаться, как я все здесь распродал.
Зеркальная слава оказалась, что я ее продавал слишком дешево, и она уходила просто моментально. У меня 5000 голды. И надо посмотреть, что я могу себе сделать из брони. Не хватит ли у меня материала? Что это такое? Плюс 8 бега. 40 хп, но у меня для него не хватает. Но я все это продал. Так и знал, что это надо было оставить. Значит, эти маленькие синенькие штучки очень сильно мне нужны. Которые я все отдал. И ткань. Я собираюсь в легкой броне бегать. Я очень люблю на скорость, чем на тяжесть. Ну ладно, тогда потом как-нибудь все это сделаю. Город. С вами я ничего сделать не могу. И магазин. Магазин. Я могу зато в магазине что-нибудь сделать. Железо. Да, вот это я сейчас обязательно и сделаю. Сундук. Я спустил на это практически все деньги, но теперь на 5% буду получать больше. Зелье. Я хочу сварить зелье. 2 штуки хотя бы. Да, то у меня их мало. И я хочу посмотреть, что у тебя здесь за зачарованием есть. Что это такое? Ух ты как! Эти штуки нужны для зачарования, конечно же. Да, давай попробуем зачаровать его, ну-ка. Я все деньги спустил. И смог его зачаровать. Замечательно, он у меня теперь еще сильнее. По 32 сносит. А сколько у меня обычный меч этот сносит? А где-нибудь есть его характеристики написаны? В смысле? 25. А это 37. А в чем прикол? Если одноручный меч, там... Этот и бьет долго. Это при том, что я только его зачаровал сейчас, поэтому он у меня так сильно бьет. А так бы он был наравне с обычным мечом. Как-то я не догнал, в чем прикол. Ну ладно, терять мне нечего, я, кстати, отсюда уйти не смогу. У меня денег нет. И может он из-за того, что далеко бьет? Да, у него какой он рейндж. Мне нужна ткань, которую я все продал. Для легкого доспеха. Но мне как-то так намного удобнее, что ли, играть. На, 74. Опа. Неплохо, неплохо он так по ним бьет. Что это такое? Опа. Ну кто такие? Меня здесь как-то таращит. Ничего себе, ты какой жирный. Мне, по-моему, сюда еще очень и очень рано. Какие-то цветочки. Что это такое? Ничего себе, как он... Что это за лес? Ингредиенты какие-то непонятные я здесь нахожу. Ничего себе. Вот это было совершенно неожиданно. То, что я сюда так... Отойдите от меня. Нет. Нет! Отдай, моё! Я тебе не разрешал это подбирать. Надо будет потом, кстати, железо продать, потому что у меня его слишком много. Ну-ка. Еще, кстати, заглянем в инвентарь и... Закинем себе пару баночек, которые я себе сделал. И возьмем веточку. Потому что их тоже мало стало. О, 74 скрипта, если провести полную комбинацию. Неплохо, неплохо, мне очень нравится, но далеко бьет это оружие.
О, вот, кстати, ткань, которая мне была так нужна. Ладно, выпью на всякий случай одну банку. Это не смертельно, если я сейчас ее потрачу. Ух ты, нужны мне ингредиенты. А! Да, ты издеваешься, да? Иди отсюда. Для зачарования подойдет. И что-то еще вниз улетело. Я опять вернулся сюда. А куда мне тогда еще идти? Где здесь источник? Мне он сейчас очень-очень-очень сильно нужен. Нет, не падай. Ты очень дорогой. Кстати, лампа тоже дорогая. Хорошая вещь пока нахожу. О, ткань, горшки. А что, ты не знаешь, куда положить, что ли? Вот сюда можно положить. Кстати, надо поменять на нужные ингредиенты то, что я не хочу терять. В эти места, к примеру, камни мне не нужны. Что это такое? Камни какие-то. Листики. Пусть здесь будут. Ну, вот это вот то, что я хотел бы сохранить. И лампа, нет, лучше вместо водоросли лампу взять. Или как это? А, это лоза, не водоросли. Это надо обязательно себе оставить. Ух ты как. И у меня не то оружие стоит. Надо банку выпить, не буду уже. Я даже так могу убить. Потому что у меня раньше очень хороший. И размах большой. Вот он ты, наконец-таки, я тебя нашел. Источник. Чтобы можно было похилиться. О, баночка выпала. Можно их себе даже не подпускать теперь. О, все равно он меня по мне ударил. Так, тебя возьмем обязательно. Это можно выкинуть. Что это такое? Это забрать. Я даже не... Мякоть растений ни разу еще не находил. И тебя забрать. У меня уже инвентарь полный. Мне получается опять сделать нечего. Можно отсюда уходить. А я смогу уйти? У меня не хватает, да? Постойте-ка, а как мне тогда отсюда свалить? Я могу так уйти? А чё, у меня как минимум 200 голды должно быть, чтобы я смог отсюда уйти? Или иначе будет жопа? Я здесь застряну и не смогу выбраться? А, свали! Что за фигня? Почему опять этот станд был? Чё он там делает? С мечом? А! Меня сейчас еще и убьют, да? Я не могу сейчас в инвентарь залезть. Да как? Что не так? Блин, я сдох! Вы чё, уроды, делаете? Как так? Весь свой инвентарь просрать! Да, меня просто выбросило отсюда. Из-за того, что у меня не было голды, я не мог никак похилиться. Что за подстава такая? Выйти оттуда не мог, голды не хватало. Управление запуталось еще. Что это за...
Вот, и я просто своим мечем показывал. Вместо того, чтобы их бить, я на X зажал, я забыл то, что это какая-то особая способка может быть. То, что это не блок, а покрутиться можно. А что у тебя еще за оружие есть? Есть лук. Издалека можно стрелять. Есть. И копья, да, какие-то. Одни электрические. С какими-то специальными эффектами. А, вот что это за... Травяной доспех какой-то. Ничего себе они дорогие. Надо будет продать все это. Наверное, намного дороже, чем все остальное, то, что у меня есть. Ну ладно, на этом можно закончить. Я пойду... А что я пойду продавать-то? У меня и ни хрена и нет. Я все просрал, я все свои банки случайно сожрал. Причем эти слизняки, как они меня вымораживают. Не взяли меня, уничтожили просто из-за того, что я стан ловил. И еще в этот момент я растерялся и начал меч свой показывать. Зачем, правда? Хрен его знает. Просто так, видимо. Смотрите, какой он у меня здоровый, и он мне не поможет. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.